قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы продолжаем цикл лекций по книге шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллаху та'аля, «Опровержение лже-довода в могилу поклонников». И шейх, рахимахуллаху, говорит, «Иза тахаккакта анна лазина каталахум Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, асаху укулан ва ахаффу ширкан мин хауля». Если ты понял, что те, с кем сражался посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, они были более разумными, и их ширк, их причисление Аллаху сотоварищи, субханаху ва та'аля, было менее злостным, чем наших современников. Что это значит? Ас-саху укулян, то есть они более разумные, так как они понимали, что слово «Ля иляха илляллах». И когда они взывали к Аллаху субханаху ва та'аля и причисляли ему сотоварищей, они, когда их постигала какая-то беда, все свое поклонение обращали лишь Аллаху субханаху ва та'аля, посвящали лишь Аллаху. Затем они знали, что означает это слово, они знали, что означает «илях», то есть это достойные поклонения. Им не нужно было это объяснять, они не уходили от этого слова. И потому, когда им сказали «кулю ля иляха илляллах», когда посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, им сказал «скажите ля иляха илляллах», они сказали «аджа'аля алихата иляха вахида, инна хаза лашейун уджаб». Разве он что, сделал всех божеств одним, то есть мы что, должны одному лишь поклоняться, к одному лишь обращаться за своими нуждами? Поистину, это очень странно, они сказали. И касательно того, что их ширк был более легче, чем наших современников, то есть эти люди взывали к Аллаху субханаху ва та'аля и причисляли ему сотоварищей, когда они были в достатке и в спокойствии, как мы обсуждали это на прошлом уроке. Но когда их постигала беда, они поклонялись лишь одному Аллаху. Они обращали, посвящали все свое поклонение лишь одному Аллаху субханаху ва та'аля. Но наши современники, они поклоняются тем своим идолам, то есть тем святым, к которым они обращаются, как бы они это ни называли. Да, они говорят, это же не поклонение, мы же им не поклоняемся, мы же их не называем божествами. Да, они языком их не называют божествами, но они действием называют их божествами. Их действие равносильно тому действию, которое делали те многобожники, их предшественники в те времена. И теперь эти люди, сегодняшние многобожники, они взывают к своим объектам поклонения, то есть к тем, кого они называют праведными людьми, они взывают к ним и в благополучии, и в бедствии. Они также, если те многобожники, их предшественники, если они взывали к ангелам, они взывали реально вот к праведным людям, как Вад, Суа, Яус, Яух, Наср, Лат, то есть мы это все обсуждали, да? То есть они взывали к ним. Но сегодняшние, то есть наши современники и современники шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллаху та'аля, они взывали к людям, от которых сами же эти взывающие рассказывали скверности, то есть они взывали к грешникам, они взывали к людям, которые были известны прелюбодеянием, воровством, то есть тем, что они употребляли алкогольные напитки, ну и так далее. И потому тот ширк, с одной стороны, то есть все относительно, братья, с одной стороны, он был, то есть человек, который поклоняется праведнику, хотя оба они совершают ширк, человек, который поклоняется праведнику, ангелу, его ширк легче, чем ширк того, который поклоняется иблису. Валь-Иязу Биллах. Фа'лам анна лиха уля'и шубхатан юридунаха аля ма закарна. И знай, что эти люди, то есть сегодняшние, или же современники шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, и наши современники сегодня, они друг от друга далеко не ушли, они приводят другой лжедовод, другой лжеаргумент на то, что мы упомянули, на те опровержения, которые мы привели, они приводят другой довод, якобы.
И это самый величайший их довод, из которых они приводят. فأصغي سمعك لجوابها и вслушайся в ответ на этот лжедовод. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. И вот этот вот лжеаргумент заключается в том, что они говорят, что те, относительно которых был ниспослан Коран, когда Аллах Субханаху ва Тааля объявил их неверными, то те люди не свидетельствовали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Те люди не говорили, что «Ля иляха илляллах», хотя суфисты, шииты и им подобные, и другие секты, которые основываются на философии, они не переводят это слово как «Ля иляха илляллах», не переводят, или же не понимают «Ля ма'буда бихаккан», что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Они говорят «Ля кадира аля хтираин илляллах», нет того, кто способен сотворить, кроме Аллаха. Они говорят «Ля халика илляллах», нет Творца, кроме Аллаха. То есть они опять же веруют в господство Аллаха Субханаху ва Тааля. И этим словом они не утверждают единственность божественности Аллаха, то есть достоинство поклонения. И вот эти вот люди говорят, ведь те мушрики, они же ведь не говорили «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ. Они также опровергали посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам. Они также отрицали воскрешение в судный день. وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا. Они также отрицали Коран и называли его колдовством. То есть это все было, то есть имело место быть. Но сейчас это приводится как довод, чтобы разделить между своим и их действием. И это сильный довод. Если мы его поймем и поймем ответ на этот довод, то остальное все легче и легче. وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Но мы же свидетельствуем «Ля إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». Они не свидетельствуют, что нет никого достойного поклонения, что все дуа, вся надежда, все упование должно посвящаться лишь одному Аллаху. Они, когда говорят «Ля иляха илляллах», они свидетельствуют, что нет другого Творца, помимо Аллаха Субханаху ва Та'аля. Но они говорят, мы же говорим «Ля иляха илляллах». Мы также говорим, что «Мухаммадун Расулуллах». «Ванусаддику л-Кур'ана», мы верим в Кур'ан. «Вану'мину биль-ба'си», верим в судный день. «Ванусалли ванасуму», «факайфа тадж'алуна на мисла уляйк». Мы также читаем намаз, мы также держим пост. Как вы можете сравнивать нас с ними? Как вы можете уподоблять нас им? Фальджаваб. Теперь ответ. Потому что, смотрите, «Ля иляха илляллах» – это основа ислама. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, когда отправлял Муаза ибн Джабаля, радийаллаху анху, призвать людей, иудеев, которые были в стороне Йемена, призвать их к исламу, он что сказал им? Он сказал: «Фалякун ауля ма тад'ухум иля ан юахиду Аллах». Пусть первым, к чему ты их призовешь, будет утверждение или вера в единственность Аллаха. В чем? В другом хадисе: «Иннака такдуму аля ахли китаб, аля комин ахля китаб». Ты идешь к людям, к народу из людей Писания. «Уд'ухум иля шахадати ан ла иляха илля Аллах». Призови их к свидетельству «Ла иляха илля Аллах», что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Затем также посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, сказал Муазу: «Уд'ухум иля ибадатиллах», призови их к поклонению Аллаху. То есть утверждение единственности Аллаха, «Ля иляха илляллах», это утверждение единственности Аллаха в чем? В достоинстве поклонения. Так как иудеи знали, что Аллах Субхану ва Тааля существует, что у этого мира есть Творец. И все эти хадисы, которые мы сейчас привели, они в Сахих Аль-Бухари и в Сахих Муслим. Основа ислама, первая основа, это «Ля иляха илляллах». فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. Ответ таков. Нет никакого разногласия между учеными, между всеми учеными этого мира, то есть исламскими учеными. Нет разногласия, что если человек поверил посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалам, в одном и опроверг его в другом, что этот человек становится неверным, что он не входит, то есть что он выходит из ислама, и пока не уверует во все, что принес посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, он не входит в этот ислам. То есть, если человек верит в посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам,
Но не верит, что Иса, алейхиссалату ассалам, тоже был его посланником. Этот человек не приходит в ислам. Пока он не уверует, пока называющий себя мусульманин, который относит себя к Мухаммаду, алейхиссалату ассалам, к его общине, пока он не уверует, что Иса, алейхиссалату ассалам, был посланником Аллаха, он не будет мусульманином. وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ. Также, то есть сейчас мы ставим основу на ответы, которыми будет опровергаться этот лжедовод. И если человек, например, поверил в одну часть Корана и опроверг другую, даже хотя бы один аят, даже хотя бы одно слово из Корана, если человек сказал, нет, это слово здесь не должно быть, это слово недействительно, оно не от Аллаха, этот человек становится неверным. كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَةِ. Например, приводит пример шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Человек говорит, да, Аллах един в господстве, в божественности, в атрибутах, именах. То есть человек относит себя к Ахлю Суннати валь-Джамаа, приверженцам пути пророка, алейхиссалату ассалам, и единства. Но этот человек отрицает обязанность намаза, обязательство. То есть он говорит, да, читать намаз хорошо, это правильно, человек всегда чист, это поклонение. Но не обязательно. Он сам читает намаз. Даже если он выстаивает намаз, но не считает этот намаз обязательным, фардом, то есть обязательным в каком плане? Либо абсолютным обязательным, либо обязательным только для него. Он говорит, нет, я увидел какой-то сон, какой-то бородатый человек пришел ко мне с длинной тростью и сказал, что ты уже больше не должен читать намаз. Этот человек единогласно выходит из ислама. Также ау акарра биттаухиди вассалати ваджахада вуджуба зака. Также человек признал единственность Аллаха, алейхиссалату ассалам, по вышеперечисленным пунктам, признал намаз, что намаз обязателен, что каждый человек его должен читать, что Аллах субхану ва тааля возложил его на нас, но отвергает обязанность заката, выплаты заката. Он говорит, да, выплатить хорошо, да, если мы будем бедным людям давать какие-то определенные деньги, это хорошо, но это не обязательно. Этот человек единогласно выходит из ислама. То есть шейх, рахимахуллаху тааля, хочет утвердить здесь, что человек, если он в основе оказался в исламе, чтобы выйти из него, он не должен опровергать все и вся. То есть, смотрите, опять же, дальше идет шейх. Ауакарра бихаза куллихи ваджахада вуджуба сом. Человек признает все, признает единственность Аллаха субханаху ва тааля в божественности, в господстве, в атрибутах, именах. Он признает Аллаха. Затем он признает, что намаз является обязательным, признает, что закат является обязательным, но он отвергает пост. Этот человек единогласно выходит из ислама. Также хадж, говорит шейх. Ау акарра бихаза куллихи ваджахада вуджуба аль-хадж. Если этот человек отрицает, то есть я не буду повторяться, если этот человек признает все вышеупомянутое, но отрицает, что хадж обязателен, то однозначно этот человек опять же уходит из ислама. Представьте, человек признает все, человек делает, совершает все. Человек совершает хадж, но он говорит, ну это не обязательно, это как сунна. Вот это предпочтительно, это не обязательно. Этот человек единогласно выходит из ислама. Единогласно, братья, по всем мазабам, по всем четырем, которые сохранились, по остальным, которые не сохранились, этот человек единогласно выходит из ислама. وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ لِلْحَجِّ. И когда некоторые люди во времена пророка, алейхиссалату ассалам, не признали, что хадж является обязательным, то есть не покорились в этом вопросе, это были лицемеры. Но они, как по их действиям, они были в числе мусульман. То есть, а то, что в сердце, мы не знаем. Но здесь, когда Аллах Субхану ва Тааля объявляет, кто они, тогда мы понимаем, что это были лицемеры. Анзал Аллаху Тааля фи хаккихим. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят касательно этих людей. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Перед Аллахом у каждого человека есть обязанность совершать хадж в Мекку. Если человек способен это сделать, если он может это сделать, если он в состоянии это сделать,
То есть состояние это сделать, это охватывает разные аспекты. У нас сейчас не этот урок. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. А кто отказался, кто совершил неверие отказом от хаджа, то поистине Аллах не нуждается в мирах. Поистине Аллах не нуждается в своем творении. То есть Аллах Субханаху Ва Та'аля не нуждается ни в ком. И наше поклонение Аллаху Субханаху Ва Та'аля не прибавляет в царстве Аллаха ничего. И наше неверие не убавляет или не умаляет в царстве Аллаха Субханаху Ва Та'аля ничего. Шейх Рахимаху Аллаху Та'аля продолжает. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَعْثِ. Человек признает все это. Человек признает все. Он признает единственность Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Он выстаивает намаз, он выплачивает закат. Он держит пост и совершает хадж. И говорит, что все это обязательно. Он все это признает. Пять столпов ислама. Но этот человек отрицает воскрешение в судный день. Даже не полностью отрицает. Он говорит, наши души будут собраны там, но тела не будут возвращены к жизни. Этот человек в Аллахе становится неверным, потому что он опровергает Аллаха Субханаху Ва Та'аля. То есть, понимаете, вот из-за этого одного действия человек выходит из религии единогласно. Не кто-то сказал, кто-то не сказал, а единогласно. Кафара биль иджма, говорит шейх, он выходит из религии единогласно. وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ. И его кровь и его имущество становятся дозволенными. Потому что Аллах Субхану Ва Та'аля говорит, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. Кто сказал «Ла Илляха Илляллах», то есть со всеми вытекающими от «Ла Илляха Илляллах», которые мы обсуждали, то его кровь и его имущество становятся запретными. Значит, что основа имущества и крови дозволены. Но там есть другие моменты, которые не позволяют нам сейчас выскакивать и что-то совершать, братья, джазакуму хайран. Теперь дальше. Аллах Субхану ва Та'аля говорит: Инна ллазина якфуруна билляхи ва расулихи ва юридуна ан юфарриқу байна Аллахи ва русулихи. Те, которые совершают неверие в Аллаха Субханаху Ва Та'аля, совершает неверие в его посланников, то есть кто-либо, если говорит, что Мухаммад, алейхи салату вассалам, не истинный посланник Аллаха Субханаху Ва Та'аля, этим самым он совершает неверие и в Аллаха, так как не в господство, а в общем, так как он уже опровергает Аллаха. Если человек говорит, что Иса не посланник Аллаха, этим, то есть из этих его слов вытекает, что он не верит в Аллаха Субханаху Ва Та'аля. И те, которые не веруют в Аллаха и в его посланников, и хотят разделить между Аллахом и его посланниками, то есть говорят, как иудеи сказали, мы уверуем в одних и не уверуем в других. Например, как они сказали, что Сулейман, алейхиссалату вассалам, был колдуном. Они не признали, что он был пророком. То есть это является самостоятельным неверием. Как они сказали, что Марьям, алейхиссалату вассалам, понесла Ису, алейхиссалату вассалам, от римского легионера, лянатуллахи алейхим, да проклянет их Аллах за этот поклеп. То есть эти люди становятся неверными. То есть они уверовали в одних, например, в Мусу, например, в Исхака и так далее, в Яхью, но они не уверовали в Ису, в Сулеймана и так далее. То есть люди, которые хотят разделить между посланниками и хотят сделать различие между Аллахом и его посланником, то есть уверовав в одних, не уверовав в других, и хотят найти какой-то срединный путь здесь, чтобы оказаться под милостью Аллаха Субханаху Ва Та'аля, Аллах говорит, что это они и есть настоящие неверные. Они и есть хаккан, то есть они и есть настоящие неверные. Валь-ийазу биллах. Фа-иза кана Аллаху Та'аля قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة. И когда Аллах Субхану Ва Та'аля ясно говорит в своей книге, в Коране, что те, кто уверовали в одно и отрицали другое, стали, вправду стали неверными, то вот этот вот лжедовод, он уже не имеет силы. Если мы понимаем это, этот лжедовод, он в основе уже становится немощным. Ва юкалу, также
إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء, если ты признаешь, что тот, кто признал все, что говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ваджахада вуджуба ссала, теперь у нас было правило, что человек, тот, который уверовал во все, что принес посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, но отрицает обязанность намаза, что этот человек выходит из религии, единогласно. И здесь шейх говорит, если ты веришь в то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, принес, то есть признаешь все, что принес посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ваджахада вуджуба ссала, но этот человек, который признает, что все, что принес посланник Аллаха, он отрицает обязанность намаза, что намаз является обязательным. Фахуа кафирун халалю дами вальмали биль иджма, что этот человек становится неверным, что его кровь, что его имущество единогласно становятся дозволенными. Ваказалика иза карра, также, если этот человек признает бикулли шейн, все, то, что мы сейчас упоминали, илляль баса, кроме воскрешения в судный день, ваказалика ляу джахада вуджуба сауми рамадана ва саддака бизалика куллихи, ля юджхаду хаза, ва ля тахталифу лмазахибу фихи. Смотрите, шейх, рахимахуллаху та'аля, повторяется, он говорит, если ты признаешь, то есть тому многобожнику, который приводит этот лжедовод, якобы аргумент, что как вы можете сравнивать нас с теми идолопоклонниками, когда мы говорим «Ля иляха илляллах» и признаем все, что принес пророк, алейхиссалату вассалам, и здесь шейх, рахимахуллаху та'аля, говорит, если ты признал, что человек, признающий все, что принес пророк, алейхиссалату вассалам, все, что ниспослал Аллах, субханаху ва та'аля, но он становится неверным отрицанием одного лишь, что ниспослал Аллах, одного лишь, что принес пророк, алейхиссалату вассалям, и это невозможно отрицать, что этот человек становится неверным, если он отрицает что-либо из того, что принес пророк, алейхиссалату вассалям. И ни один из ученых из четырех мазхабов, и даже из тех мазхабов, которые забыты среди обычных людей, то есть которые знают только ученые, то есть даже в этих школах исламского права нету разногласия в этом вопросе. То есть этот человек отрицанием одного лишь того, что принес посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, даже если он признает все остальное, этот человек становится неверным. وَقَدْ نَتَقَ بِهِ الْقُرْآنُ كَمَا قَدَّمْنَا. Поистине, Коран об этом сказал, как мы и рассказывали ранее. فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيدَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ. Известно, говорит шейх, что единобожие, что посвящение всего поклонения одному лишь Аллаху Субханаху Ва Та'аля, это самая величайшая обязанность, которую Аллах Субханаху Ва Та'аля возложил на людей и которую посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, принес. Это самая величайшая обязанность. То есть это право Аллаха Субханаху Ва Та'аля. وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ. И эта обязанность, она больше, чем, то есть больше, чем намаз, чем закат, чем пост, чем хадж. فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ كَفَرَ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Как получается так, говорит шейх, что если человек признает все, что принес посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, совершает поклонение, руководствуется тем, что ниспослал Аллах, субханаху ва та'аля, но отрицает лишь одно из вышеупомянутого, либо намаз, либо закат, либо хадж, либо пост и так далее, и этот человек выходит из ислама. Как же так получается? وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ لَا يَكْفُرْ. Но если этот человек отрицает единобожие, тавхид, что является религией всех посланников, то есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, «Нахну аль-анбияу ихватун ли-аллат». Пророки – это братья от разных женщин. «Динухум вахидун, ва уммахатухум шатта». Их религия одна, то есть «Ля иляха илляллах», «Ва уммахатухум шатта», но матеря у них разные. И если человек
отрицает единобожие, отрицает, что Аллах Субхану ва Тааля достоин всего поклонения, даже если не языком, а своим действием, братья. То есть этот человек не уходит из ислама, получается. Но человек выходит из ислама, если он совершает что-то второстепенное, если он оставляет или отрицает что-то второстепенное относительно таухида. Я не говорю, что остальные поклонения, они второстепенные. Но когда все относительно, когда мы говорим о таухиде, тогда они становятся второстепенными. Потому что сколько бы человек не совершал намаз, если у него нету таухида, этот намаз у него тщетен, то есть он не принесет ему никакой пользы, он бесполезен. Валяязу биллах. Субханаллахи ма аджаба хазал джахль. Пречист Аллах. Нет удивительнее этого невежества, говорит он. Субхан, нет страннее этого невежества. Валяязу биллах. Ваюхалю айдан ли хауля. Также им можно ответить. То есть мы еще даже не начали отвечать на этот лжеаргумент, братья. Также им можно ответить. Асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Сподвижники пророка алейхи салату вассалам, которые взяли знания у посланника Аллаха алейхи салату вассалам, они сражались, они воевали с Бану Ханифа. Бану Ханифа — это те, которые последовали за лжецом Мусейлима. Они с ним сражались. Но они также, Бану Ханифа, они пришли в ислам, они были в исламе. Они пришли к пророку, алейхиссалату ассалам, засвидетельствовали «Ла иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах» и ушли. «Вахум яшхадуна ла иляха илляллаху анна Мухаммадан абдуху ва расулу». Они также признавали, эти Бани Ханифа, Бану Ханифа, они также признавали, что Мухаммад, что они признавали, что Аллах единственный, кто достоин поклонения, «Ла иляха илляллах», и что Мухаммад его раб и посланник. «Ва юсаллуна ва юаззинун». Они читали намаз, выстаивали намаз, они делали азан. То есть, когда до начала войны они даже сподвижники слышали азан. Фаим каля, если же он скажет, то есть оппонент, человек, который приводит эти аргументы, если он скажет, иннахум яшхадуна анна Мусейлимата наби, они же свидетельствовали, что Мусейлима, лжец Мусейлима, тоже пророк. Мусейлима, чтобы вы знали, не отрицал пророчество Мухаммада, алейхи салату ассалам. Мусейлима говорил, лякад буиса Мухаммадун, «Фи аваимил умур». Поистине Мухаммад был послан с великими вещами, донести великие вещи. «Ва буисту фи, ла иляха илляллах, фи мухаккиратиха». А я был послан с маленькими вещами, не с такими великими вещами, а именно с маленькими вещами. Если они скажут, что они свидетельствовали, что Мусейлима тоже был пророком, قلنا هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب. Мы им ответим, что именно это мы и хотим до вас донести. Что? إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. Здесь даже особо, субханаллах, не нужно какие-то комментарии приводить к этой книге. Здесь шейх рахимаху тааля настолько ясно все это разложил, что просто читать и переводить. Валлахи. Он говорит, шейх рахимаху тааля говорит, если он поднимает кого-либо до уровня пророка, возвышает кого-либо до уровня пророка, алейхиссалату вассалам, до степени пророка, алейхиссалату вассалам, кафара ва халла малуху ва дамуху, становится неверным, и его имущество, и его кровь становятся дозволенными, ва лям танфаху шахадатани ва ля ссалату, и ему не приносят пользы ни его свидетельство, два свидетельства, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, и то, что он выстаивает намаз, то есть это ничего ему не приносит пользу. Если он поднял какого-то человека, возвысил какого-то человека до степени пророка, алейхиссалату вассалам, ему не помогают эти свидетельства. Так как свидетельство Мухаммадун Расулуллах, оно включает в себя, что Мухаммад последний посланник. «Ля набия ба'ди», говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, «после меня нету пророка». И потому Аллах Субхану ва Тааля даровал нашему пророку трех сыновей, но все трое умерли в раннем возрасте. Почему? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, был последним пророком, а сын пророка, естественно, становится пророком. И потому что посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, был печатью всех пророков, все его сыновья погибли, умерли. Например, говорят, ведь пророки не все принесли, и мы все это слышали. Есть вещи, которые пророки не донесли. И Аллах послал этих устазов,
чтобы они дополнили, чтобы они дополнили то, что те не донесли. Валь-Иязу Биллах. Это прямое обвинение Аллаха Субханаху Ва Та'аля, что когда Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит: «Алиума акмальту лякум динакум», сегодня я вам восполнил вашу религию. И когда человек говорит, что некий какой-то устаз пришел, чтобы дополнить, чтобы донести, у Аллаха этот человек опровергает этот аят. Да, он не говорит: «Нет, я не верю в этот аят», но его действия, его слова опровергают этот аят, валь-Иязу Биллах. Эти слова, они не могут исходить от мусульманина. Ла иляха илляллах. Теперь, к чему я хочу прийти. Если человек из-за того, что он нарушил свидетельство Мухаммадун Расулуллах, а свидетельство Мухаммадун Расулуллах, оно идет за свидетельством ла иляха илляллах, то человек, нарушивший свидетельство Мухаммадун Расулуллах, становится неверным. А как тогда может не стать неверным человек, ежедневно нарушающий свидетельство «Ля Иляха Илляллах», «Валь-Иязу Биллах». Я повторюсь, мы об этом рассказываем не для того, чтобы обвинить и чтобы эти люди вошли в ад, валлахи, нет. Мы повторяемся, мы рассказываем это, чтобы эти люди опомнились и чтобы эти люди пришли к истинному тавхиду, к истинному единобожию. فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أَوْ يُوسُفَ. Вот здесь шейх, рахимахуллаху та'аля, упоминает шамс. То есть, как говорить о тех, кто... فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أَوْ يُوسُفَ أَوْ صَحَابِيًا أَوْ نَبِيًا أَوْ غَيْرَهُمْ فِي مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Да. Что говорить уже о тех, кто возвысили Шамсана, мы расскажем о нем чуть-чуть. Юсуфа, ау сподвижника, или какого-нибудь сподвижника, как Али, радиаллаху ангу, или же пророка, как Ису, алейхи салату ассалам, или Узейра, или же других помимо него, как Ар-Рифаи, Ад-Дасуки, Аль-Бадауи и так далее, которые якобы, по словам их последователей, управляют этим, то есть управляют всем и вся, которые являются управителями всего бытия. Как быть, если этих людей возвышают до уровня держателя небес и земли, субханаллах. То есть, если человек выходит из религии из-за того, что он возвысил кого-либо до уровня, до степени пророка, алейхиссалату ассалам, что говорить о тех, кто возвышают кого-либо до степени Аллаха, субханаху ва та'аля, Господа миров? Субханаллахи ма а'лама ша'наху. Аллах, причист Аллах, и Аллах велик, ла иляха илляллах. Казалика ятба'у Аллаху аля кулуби ллазина ла я'лямун. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, именно так Аллах опечатывает сердца тех, что не ведают. То есть люди, которые не ведают и не хотят познать истину, Аллах опечатывает их сердца. Ва юкалю айдан, также можно им сказать, аллазина харракахум Алию ибн Аби Талибин радиаллаху анху биннар. Тех, кого Али, радиаллаху анху, сжег огнем, то есть он их убил, именно он разжег костер большой, принес их всех и скинул их в эту яму. То есть он убил их именно этим путем. И эти люди, сподвижники, у сподвижников не было вообще разногласия, что их надо было убить. У сподвижников возникло разногласие именно касательно способа, который применил Али, радиаллаху анху. Сахих аль-Бухари и Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анхума, говорит, я бы не сжег бы их, я бы их не убил бы огнем, говорит. Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, сказал, ла туаззибу би азабиллах, то есть не причиняйте никому муки, которые причиняет лишь Аллах, то есть огнем. Я бы их убил, как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам. Он сказал, «Ман баддаля динаху фактулюх». Тот, кто изменил свою религию или отверг свою религию, то есть оставил ислам, вышел из нее, стал вероотступником, убейте его, то есть мечом. Разногласие было лишь в этом вопросе. И эти люди, которые пришли к Али, радиаллаху анху, «Куллюхум яддауна лислам». Они все относили себя к исламу. Они говорили, мы мусульмане. «Вахум мин асхаби Али, радиаллаху анху». Они были в армии Али, радиаллаху анху, وتعلموا العلم من الصحابة, и они изучали знания, то есть получали знания у сподвижников,
ولكن يعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما. Но они были, у них было убеждение в Али, радиаллаху анху, которое у этих людей относительно Юсуфа и этого Шамсана. Шамсан и Юсуф – это люди, которые были в сегодняшнем Риаде или в округе этого Риада. Эти в окрестностях Риада. Эти люди у Юсуфа, Юсуфу поставили большой идол, и люди к нему приходили в те времена и поклонялись. Люди к нему, то есть это во времена уже нашего шейха, шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллаху та'аля, люди им приносили обеты, люди им приносили жертвоприношения. Шамсан, у него не было идола, ему идола не поставили, но он был тот, к кому обращались за нуждами. То есть этого человека возвели в ранг Господа миров, его и этого Юсуфа. И теперь эти люди, которые пришли к Али, радиаллаху анху, они сказали: «Анта илахуна ва раббуна», «Ты наш Бог и ты наш Господь». То есть они посчитали, что Аллах, субханаху ва та'аля, снизошел на землю во плоти Али, радиаллаху анху. И теперь, когда Али, радиаллаху анху, их призвал, призвал к тому, что Аллах един и все поклонение должно посвящаться только лишь Ему одному, они пришли на второй день, они пришли на третий день, и тогда Али, радиаллаху анху, их сжег и убил. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ И все сподвижники были единогласны на то, что их надо, что они вышли из религии и их надо убить. Все сподвижники, без исключения. Разногласие было лишь в вопросе как, лишь в вопросе способа их убийства. أتظن أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ Теперь вопрос. Вы что считаете, то есть этим людям адресован этот вопрос, вы что считаете, что сподвижники, таквириты, что они обвиняют мусульман в неверии налево-направо? Амтазуннуна анна ли'тикада фи таджин ва амсалихи ла ядурру ва ли'тикада фи Али ибн Аби Талибин юкафир? Или вам кажется, что убеждение в человеке, которого звали Тадж, тоже он был в окрестностях Ар-Рияда, ну, Аль-Хардж есть там место, называется, под названием Аль-Хардж. Этот человек жил там. Он был незрячим, и этот человек приходил в разные селения, забирал у них определенную дань, можно сказать так, не силой, а именно тем, что он пугал их, что нашлет на них наказание, свое наказание. И этот человек был из тех, этот человек был скверным и характером, и поведением, был грешником. И эти люди обращались к нему за своими нуждами, субханаллах. И шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, говорит: вы что считаете, что убеждение в Тадже и в ему подобном не приносит никакого вреда, что это не выводит вас из религии, а убеждение в Али, радиаллаху анху, оно человека делает неверным? То есть, смотрите, сегодняшний любой суфист, сегодняшний любой шиит, спросите у него и скажите: почему ты не взываешь к лату? Он скажет: аузу биллях, как? Но если можно взывать к какому-то твоему устазу, если можно взывать к бадауи, я не знаю, к рифа и так далее, почему нельзя к лату? Потому что лат реально был праведным человеком, про которых у нас есть достоверный хадис, правильно? То есть, и то, что Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал про них, это не говорится от себя. То есть есть хадис, который сподвижник приводит его, но сподвижник это из сокровенного, из той истории или же из другого мира. Сподвижник не может это знать от себя. То есть мы уже понимаем, что сподвижник говорит это от пророка, алейхиссалату ассалам. И когда Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анхума, говорит: «Асмау риджалин салихина мин кауми Нух», это были имена праведных людей из народа Нуха, то мы понимаем, что это он говорит от посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам. Или же про Лата, когда он говорит: «Кана илюту ссавиха лиль-хадж», что Лат молол ячмень для паломников, бесплатно молол ячмень для паломников. И когда он умер, люди собрались у его могилы. То есть все это мы знаем от пророка, алейхиссалату ассалам. Теперь, почему вы не взываете к Вадду, к Суваа, к Ягусу, Яуху? Они скажут, что «аузу биллях». Хорошо. Чем они хуже тех, кому вызываете? Наоборот, те, кому вызываете,
Это скверные люди, от которых в истории известны большие грехи, как прелюбодеяние, как употребление алкогольных напитков, которые до того, как они доходят до горла, превращаются в молоко. Мы же сейчас, вот, сейчас слышим эти истории, субханаллах. Теперь, ويقالوا أيضا, также можно этим людям сказать, Бану Убейдин Аль-Каддах, الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس. بنو عبيد القداح люди их называют الفاطميون الدولة الفاطمية. Некоторые их называют الدولة الفاطمية, фатимитское государство. والله эти люди никакого отношения не имеют к Фатиме, к чистой Фатиме. Они это аль-Убейдия, Убейдиюн. То есть этот Убейд, Убейд القداح, он когда этот человек собрал определенное войско, то есть его история, некоторые говорят, что он был марокканским иудеем, и человек начал призывать, то есть у него было убеждение, шиитское убеждение, исмаилитское, и этот человек начал призывать. С определенных земель его прогнали, и в Марокко, то есть именно там он нашел поддержку. И там, когда вокруг него уже собрались люди, потихоньку-потихоньку он собрал войско, и в итоге он пошел, он захватил Марокко, он захватил Египет и все, что между ними. И у них было государство, которое, как говорит Алимам ибн Касир, рахимахуллаху та'аля, правило 280 с лишним лет. То есть шейх, рахимахуллаху та'аля, приводит этих людей и говорит, которые захватили и которые правили Марокко и Египтом, كلهم يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. Все они свидетельствуют لا إله إلا الله محمد رسول الله. Все. И, кстати, это именно те люди, которые ввели в ислам ересь как празднование дня рождения пророка, алейхиссалату ассалам. То есть сегодня все, кто празднует день рождения, якобы день рождения, хотя это день смерти пророка, алейхиссалату ассалам, все, кто празднует этот день, они следуют за своими предшественниками, исмаилитами, убайдитами, этими шиитами. Они также говорили, что «Ля илляха илля Мухаммаду Расула», «Ваяддауна ль-Ислам», и относили себя к исламу. Они говорили, что они мусульмане. «Ваясалуна ль-Джумуата валь-Джамаа», они читали и пятничный намаз, и выстаивали джамааты в мечетях. «Фалямма азхару мухалафата шариати фи ашьяа дунама нахну фихи». И когда они начали совершать вещи относительно исламского шариата, начали совершать вещи относительно исламского шариата, намного меньше тех, что мы обсуждаем, то есть намного меньше ширка, это было в начале, в конце мы еще придем, к чему они пришли, они тоже пришли к ширку. Но в начале они что сделали? Они приостановили некоторые наказания шариатские, они разрешили жениться сразу на двух сестрах, ну и так далее. Они сделали такие вещи, которые в исламе явно запрещены. И тогда что сделали люди? Тогда все ученые Ахлю Суннати валь Джамаа, они единогласно вынесли решение, что эти люди вышли из ислама, и с этими людьми нужно воевать. И с этими людьми была война, субханаллах. И что страна, которую они правят, это страна войны. То есть, где именно биляду харб, даруль харб называется. И здесь среди ученых есть разногласия, что такое даруль харб и даруль ислам. Некоторые говорят, что если большинство, что видно в этой стране, это исламские законы, то это является даруль ислам. Некоторые это говорят. Некоторые говорят, что если исламских законов там даже большинство, но есть очевидные отрицающие, отвергающие вещи, это не является даруль ислам. Некоторые говорят, что если есть и то, и это, то нельзя сказать, что это не даруль ислам, не даруль харб. Но это уже вопрос фикха, иншаллах, кто-нибудь здесь его разъяснит, или же в последующих уроках мы его разъясним. Но сам факт, что ученые объявили их страну, то есть то, что они правили, вот Аль-Убейдиюн, они объявили ее именно страной войны.
وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. И тогда мусульмане совершили на них поход. Нуруддин Зинки, он отправил туда Салахуддин аль-Айюби и его дядю. Салахуддин аль-Айюби, то есть его дядя скончался, рахимахуллаху та'аля, и Салахуддин аль-Айюби продолжил эту войну. И в итоге, аль-хамдулилля, пусть Аллах воздаст им благом, они разрушили эту страну в корне, полностью разрушили эту страну. Валиллахи аль-хамд. Ваюкалю айдан, также есть ответ. Следующий ответ каков? Иза кана аль-мушрикуна аль-аввалуна лам якфуру илля лианнахум джама'у бейна ш-ширки ва такзиби ар-расули. Если вы хотите сказать, что ваши предшественники, те многобожники, они совершили неверие лишь когда совместили многобожие и опровержение пророка, алейхиссалату ассалам, если вы хотите сказать, что их ширк, то есть их неверие заключалось лишь в этом, воль Кур'ани, и когда они опровергли Кур'ан, то есть когда они все это вместе собрали, совместили, ва инкариль ба'с ва гайри залика, когда они также отрицали воскрешение в судный день, и помимо этого все остальное, то есть когда они все эти неверия, которые по сути являются, каждый из этих неверий является самостоятельным неверием. Но если вы хотите сказать, что они стали неверными лишь потому, что они совместили все это вместе, فَمَا مَعْنَ الْبَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَزَبْ. Что тогда означает тот раздел книги, который все ученые единогласно во всех школах исламского права, во всех мазабах упомянули в своих книгах? Все, без исключения. بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدْ. То есть это раздел постановления вероотступника. Все они привели его, все, без исключения. وَهُوَ, кто такой муртад, разъясняет шейх? وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. Это мусульманин, который выходит из, который совершает неверие после религии. ثُمَّ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً. Затем они упомянули много вещей. Алимам ан-Науви рахимахуллаху тааля в своей книге «Минхаджу Талибин» приводит, что единогласно человек становится неверным «биниятин ау каули куфрин ау фи'лин» или убеждением, или словом, или же действием, которое является неверием. Даже аль-имам ан-Науви рахимахуллаху та'аля. Но, естественно, в таких вопросах они опровергают аль-имам ан-Науви рахимахуллаху. Почему я говорю даже имам ан-Науви? Потому что якобы они признают его. Но когда вопрос доходит до личного, когда вопрос доходит до их религии, не до ислама, до их религии, до их убеждения, они начинают поносить и разносить даже аль-имама ан-Науви рахимахуллаху та'аля. И теперь ученые всех мазабов упомянули много вещей, посредством которых человек может выйти из этой религии. Куллю нау'ин минха юкаффиру ва юхиллю дама ар-раджули ва малиху. И каждый из этих видов, которые они упомянули, каждый из этих видов по отдельности выводит из религии человека. Каждый из этих видов по отдельности делает дозволенным и кровь, и имущество этого человека. Хатта иннахум закару ашьяа ясиратан. Они также упоминали вещи, которые не касались абсолютно единобожия, которые не касались пророчества, алейхиссалату ассалам. Инда ман фааляха. Например, человек, который совершает эти вещи, для него они могут быть несущественными, но они упоминали даже эти вещи. Например, сирийцы. У сирийцев есть очень плохая привычка. Они поносят Бога, они поносят Аллаха Субхану ва Та'аля. Они, когда злятся, они проклинают Аллаха Субхану ва Та'аля. Они, когда злятся, они проклинают религию. А потом они говорят: нет, я был не в себе. Даже их ученые говорят, валлахи, они, когда мы там учились, ученые, шейхи говорили, мы, где мы только ни были, но только здесь мы видели это явление. Избавьтесь от этого явления, они предостерегали от него. И человек, он даже не задумывается, говорит, для него это несущественно. Он говорит своему сыну, пусть, да будь проклят твой Господь. Например, ты с кем-то поссорился, он говорит, будь проклята твоя религия. И здесь без никакого либо там толкования они именно это имеют в виду. И теперь этот человек, для него это несущественно. Но по факту этот человек этими словами выходит из религии. Наш шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи, рахимахуллаху та'аля, написал книгу по этому поводу, именно делая наставление
жителям Шама, сирийцам. Мисля калимати язкуруха билисанихи дуна кальбихи. Например, человек произносит слово, не задумываясь о нем. Например, смотрите, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, говорит: «Инна ахадакум ля таккаляму би калиматин, ла юлки лаха балан яхуи биха фи джаханнама». Поистине, любой из вас может сказать слово, на которое он не обращает внимания, но посредством этого или по причине этого слова он будет падать в ад. В некоторых хадисах приведено, что 70 лет он будет лететь вниз в гиену ада. «Ау калиматин язкуруха аля ваджхиль мазхи валлайб». Или же человек просто шутя может что-то сказать. Привести какой-то анекдот. Привести, рассказать про рай, ад, какой-то анекдот. Глупость какую-то привести. Да, он сейчас рассмеялся, пошел. Но по факту этот человек этим словом вышел из религии. Он совершил неверие, валяйаз билля. «Ваюкалю айдан аллазина кала Аллаху фиим, яхлифуна биллахи ма калу, валакад калу калимат аль-куфри, вакафару ба'да исламихим». Также приводят слова Аллаха Субханаху ва Та'аля, которые Аллах Субханаху ва Та'аля сказал относительно лицемеров. Как говорит Алимам ат-Табари рахимахуллаху та'аля, этот аят был ниспослан относительно лицемеров, то есть которые поносили пророка, алейхиссалату вассалам, которые, когда оставались одни, говорили о пророке, алейхиссалату вассалам, о некоторых сподвижниках, какие-то вещи. Ну, им казалось, что это незначительно. Они не поносили его явно, но они в их словах было какое-то обвинение во лжи пророка, алейхиссалату вассалам. И теперь Аллах говорит про них: «Яхлифуна биллахи ма калу». Они приходят к тебе и клянутся Аллахом, что они этого не говорили. «Валакад калу калимат аль-куфри». Поистине они сказали слово неверия. «Вакафару бада исламихим». И вышли из религии после того, как были в ней. То есть они совершили неверие после того, как приняли ислам, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. «Ама самиат Аллаха каффарахум бикалиматин маа коунихим фи замани Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». Разве ты не слышишь, что Аллах обвинил их в неверии из-за одного слова? Хотя они, то есть, были во времена пророка, алейхиссалату вассалам, с ним. «Ваюджахидуна маху, ваюсаллуна маху, ваюзаккуна, ваяхуджуна, ваювахидуна Аллах». Они сражались с пророком, алейхиссалату вассалам, были в рядах мусульман. Они сражались с ним рядом. Что может быть выше? Когда Абдуллах ибн Мубарака, рахимахуллаху та'аля, спросили: «Ман хайрун Амуавияту ам Умар ибн Абдул Азиз». Кто лучше? Муавия, сподвижник пророка, алейхиссалам, или же Умар ибн Абдул Азиз? Абдуллах ибн Мубарак сказал: «Лагубарун дахала анфа Муавията фи джихадин маа Расулиллахи афдалу мин Умара». Пыль, которая вошла в нос Муавии, когда он сражался рядом с пророком на пути Аллаха, лучше, чем весь Умар. Понимаете? Люди стоят с пророком, алейхиссалату вассалам, сражаются. Но эти люди, из-за того, что они сказали для себя какую-то незначительную ересь про пророка, алейхиссалату вассалам, Аллах Субхану ва Тааля назвал их неверными. Также они читали с пророком намаз. Также они выплачивали закат. Ну, ла иляха илляллах. «Ваказалика аллазина кала Аллаху Тааля фихим». И также те, о которых Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Куль абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Скажи им: «О посланник Аллаха, вы что, насмехаетесь над Аллахом, над его аятами, над его Кораном и над посланником? Ла тахтазиру кад кафартум ба'да иманикум». Не оправдывайтесь, поистине вы вышли из религии, вышли из ислама после того, как уверовали. فَهَوْلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِمْ. И те люди, о которых Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что они вышли из ислама после того, как уверовали в Аллаха. وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. Они также были с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалам, в походе, который назывался Табук. То есть в той местности. Они были на джихаде с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалам. И знаете, что они сказали? Они сказали: «Ма раэйна миста кураина хаулаи абхала бутулан ва акзаба альсунан ва аджбана инда лика». Мы не видели никого, чтобы они были, мы не видели никого подобных нашим
предводителям, то есть имеют в виду пророка, алейхиссалату ассалам, и сподвижников Абу Бакра, Умара и так далее. То есть мы не видели людей таких же жадных, таких же жадных, как они. Мы также не видели людей, мы не видели людей, чтобы они врали, как они. И мы не видели людей трусливее, чем они, когда мы сражаемся с врагами. То есть один говорил, другие смеялись. И один из подвижников, в некоторых этих источниках передается, что это был Абдурахман ибн Ауф, он сказал: «Казабта, валякиннака мунафик», ты лжешь, но ты и есть лицемер. «Ля ухбиранна Расулаллахи», я непременно сообщу об этом посланнику Аллаха. И тот вскочил и побежал к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалам. Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхума, рассказывает, что он видел, как посланник Аллаха ехал на своем коне, и тот цеплялся за поводья, да, то есть хватался за них, и посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, не обращал на него внимания. Он говорил: «Я Расул Аллах, иннама кунна нахуду ва наляб», о посланник Аллаха, мы просто шутили, развлекались. И посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, не смотрел на него и говорил: «Куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастазиун, ля та'тазиру кад кафартум ба'да иманикум». Скажи им: разве над Аллахом и над его аятами и посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь, поистине вы совершили неверие после того, как пришли в иман, после того, как уверовали. فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ. Задумайся об этом лжедоводе, об этом их аргументе, что они нам говорят: вы же ведь обвиняете в неверии мусульман. У нас они шадуна ля иляха илля Аллах, людей, которые свидетельствуют ля иляха илля Аллах, وَيُصَلُّونَ وَيُصُمُّونَ وَيُحُجُّونَ, также, которые читают намаз, держат пост, и совершают хадж. Сумма тавам тааммаль джавабаха фа иннаху мин анфа'и ма фи хази лаура. Затем задумайся или внемли ответом, который мы дали этим аргументам, и поистине эти ответы были наиболее важные в этой книге. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.